Лютики цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает. Степь цветет и пахнет, эх, вокруг раздолье. Троица настала, и душе привольно. А сейчас синяки. Хорошо, синяки. Папина все заболотит. Так вот, смотри, а теперь витамин С, где он? О, витамин С все знают. Восемнадцатого июня, день Дорофея, назван в память святого священномученика Дорофея и епископа Тирского. Во время гонений на христиан бежал в Малую Азию. Здесь тоже не скрылся от идолослужителей. Бог призывал его к венцу мученическому. Был схвачен язычниками. Претерпевший разнообразные мучения, во время страданий предал в руки Господа блаженную душу свою, имея 107 лет от роду. Оставил после себя важные для христиан сочинения на греческом и латинском языках. Ранее говорили, что Дорофей приносит самые короткие ночи, которые назывались воробинами. Продолжаются до 26 июня. В это время расцветала мистическая сон-трава и считали, что сны теперь вещи. Если приснится добрый молодец или красная девица, это к счастью. Если старуха, то это к беде. Так как сон-трава цветет по ночам, то ее нужно собирать, используя специальные заговоры и производя различные обряды. А узнать правильную сон-траву, которую используют для волшебных снадобий, можно, если ее опустить в ключевую воду в период полнолуния. И если она зашевелится, значит правильно. Так как нечистая сила боится сон-травы, то ее использовали для разных обрядов. В древних травниках писали, если человек носит при себе сон-траву, того бесы стороной обходят. Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит. В доме ее иметь добро нажить, а хоромы строит, под угол класть, спокойно жить. Приметы. Хорошая погода на Дорофее, будет богатый урожай зерна. Если много пустоцвета на огурцах, совершали такой обряд. Хозяйки сегодня волокли в огород ногой старый лапоть и бросали в огурцы, говоря, как густо сей лапоть плелся, так чтоб и огурцы мои плелись. Если выпалят все сорняки сегодня утром, то они больше не появятся. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Я столкнулся с тем, что вы не понимаете, как надо работать с моим каналом. Заходите, там что-то там ищет, там свое и так далее, и тому подобное. Канал уникальный. Еще раз повторю, мой канал уникальный. Чем же он уникален? Прежде всего тем, что вы здесь, на этом канале, можете получить всю информацию по ведению здорового образа жизни. Как теорию, так и практику. Что касается теории, здесь я надиктовал свои книги «Целительные силы» и ряд других, которые вы можете уже прослушать. Плюс вы по ссылке с канала можете перейти в мою библиотеку и почитать непосредственно учебно-оздоровительную литературу. Потому что не имея знаний, вы как-то пытаетесь что-то сделать со своим организмом, а толком ничего не получается. Поэтому имеется теоретический раздел. Смотрите, ищите. Все здесь есть. Просто-напросто забивайте целительные там силы. И, пожалуйста, вам целительные силы. Ну и ряд других книг. Плюс библиотека. Далее имеются видео уже по разделам. Например, по тому, как приготовить целебные продукты, том, которые были бы вкусны и в то же время обладали оздоравливающим на организм действием. Это плейлист «Целебная кулинария». Отсылаю вас. Там огромное количество нужной и важной для здоровья информации. Пользуйтесь этим. Далее, раздел по паразитам. Есть, какие там травки можно использовать, какие там еще средства можно использовать и так далее, и так далее.
есть, заходите, смотрите. Очень важный раздел, вернее, не раздел, а видосы по самодиагностике. Без самодиагностики вы просто не понимаете, что с вами происходит, и разводите руками. Очень много информации о голоде. Помимо того, что имеется теоретический раздел, как надо правильно начинать подготавливать свой организм, изучать его реакции на ведение лечебного голодания, имеется огромное количество уже видео, мое видео 40-дневного голода я выложил, плюс видео 27-дневного голода Эдуарда, как входим, как проводим, как выходим, какие ошибки возникают на голоде. Также это все имеется. Вы хотите, чтобы как-то с утра сделать какую-то гимнастику, эмоциональную такую гимнастику, которая бы вас зарядила, пожалуйста. У меня и этот раздел есть, эмоциональные там гимнастики и другие средства, которые помогут вам в качестве примера, покажут, как это можно сделать. Либо со мной вы можете сделать. Здесь же имеются видео, это такие мотивационные стихи, которые настраивают вас на позитивный лад. Более того, они одаривают вас энергией. Это такое богатство, которое, знаете, изложено на канале. Вы же можете его использовать. Меньше задавайте вопросов, а больше смотрите. Здесь практически все нужно изложено для вас. Еще разок скажу, для ведения здорового образа жизни. Теория, практика, ошибки, как это преодолевается, куча примеров. Плюс вы можете читать примеры, которые оставляют сами посетители канала. Как они с этим справлялись. А не просто, вот у меня там гепатит, а как с ним справиться. Да, знаете, вот те люди, которые взялись за себя, они практически избавились от всех болезней, начиная от онкологии, кончая этим там гепатитом и прочее, 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 прочее. А те, которые, конечно, не брались, а вот так вот, знаете, думали, что кто-то за них возьмется, и так деньгами, так сказать, откупятся от этого дела, вот у них-то ничего не выходило. Поэтому воспользуйтесь максимально моим уникальным каналом, в котором имеется все для ведения здорового образа жизни. Посещайте разделы теории, практики, питания, голодания, движения, закаливания, работа с умом. Здесь также есть уникальный материал. Все это используйте.